Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала Сами Леон, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Каца, это в Ере. Нужно спрятаться. Ищите! Он не мог далеко уйти. Да, столобы, типы. Вот это вот сейчас что было? Всегда задавался этим вопросом. Как сено-то с него классно вот падает, ништяк. А, кстати говоря, в этой части прикрутили все-таки умение плавать главному персонажу. Ой-ой-ой. А мы же не можем притвориться монахом, как в первой части, поэтому нам приходится опасаться всяких подозрений. Так, у нас сейчас визит к Кристине. Кристина! Кристина! Кто здесь? Я! Эцио! Я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне и не нужно. Это точно. Я не то хотел сказать. Ну ты сорванец. Иди сюда. Опа-опа. О, Эцио. Сейчас ответственный момент. Надо быстро нажимать клавиши. Quick time event. Чё? О, всё, о, ой, фу, нет, лучше бы я этого не делал. Эцио. Вау, как всё пикантно, обалдеть. Ну классно, блин, прям как в книжках про Ромео и Джульетту. Кристина! Кристина! Сверия! Скоро придёт твой учитель? Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане, что это? Пердонато, месере. Кьедо веня. Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража, стража! Волю ла суа теста! Иди! Не нужно применять силу. Ой, блин, охранник упал, поднимите охранника, своего товарища. Блин, разработчики знают, чем брать, просто-напросто. Так. А вы меня с кем-то путаете? Промахнулся. Ей нужна была чья-то помощь. Я ни в чем не виноват. Оу. Так, у меня немножко игра подтормаживает. Полагаю, что мне придется немножко графику занизить, чего, конечно, бы не хотелось. Ладно, пока что будем как-то с этим справляться. Так, разработчики, область поиска, кстати говоря, прямо как в GTA 4. Что, по-моему, гораздо легче избавляться от преследования стало. Нужно остановить его. Так, что такое? Приносите больных и раненых. Так, идем, я так понимаю, домой. Да, города, как всегда, делают достаточно живыми. Так. Доброе утро, отец. Джованни. Пройдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Так, хорошо. Доставьте письмо Джованни Лоренцо Медичи. Ой, какого фига? Я случайно нажал отмену. Ну, зато давайте посмотрим, что будет в таком случае. Нам придется, наверное, снова смотреть эту кат-сцену. Если честно, как-то не хочется. Надеюсь, она не... Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Действительно повторяется. Что-то случилось? Батя такой, конечно. Думаешь, я слепой и глухой? Суровый. Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине. Кстати говоря...
Ubisoft выпустили небольшой сериальчик по теме, то есть прежде чем начать игру в Assassin's Creed 2, надо бы посмотреть вот этот вот сериал. Такой же, каким был я. По-моему, называется Assassin's Creed Lineage. А эти приключения не помешают тебе работать? И там они нашли актеров, кстати говоря, очень сильно похожие именно на этих персонажей. А может, они просто персонажи списали именно по этим людям. Нужно ему доставить. Хорошо, в общем, говоря, они молодцы. Отнеси их и возвращайся. Да, тяжело что-либо комментировать, когда кто-то что-то еще говорит. Так, что ж, продолжаем. Письмо доставить. Не знаю, вот пока что мне кажется, что лучше идти именно нормальными путями, не привлекая внимания, то есть не лазить по крышам, потому что можно действительно стать с такой ситуацией, что просто-напросто потом думаешь, как же, блин, слезть? Или как же там обойти то или иное место? Когда можно спокойно просто понизу вот так вот пробежаться, экономя время и нервы. Ух ты! Идите дрить! Оказывается, это было чревато. Отстань от меня! Блин, а почему? Отпусти меня! Опаньки! Так, ладно. Это шанс отработать несколько приемов. Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Коме семпре. У меня письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Корреджо. И вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Ну ладно. Так, там еще враги. Лучше я, наверное, буду стараться избегать конфликтных ситуаций. Глашатые. Открыть базу данных. Так как в середине века многие итальянцы не умели читать, то вожатые о важных новостях, принятых законах и многом другом объявляли глашатые. Народ так бурно выражал свое недовольство повышениями налогов, что многие города принимали особые законы в защите глашатые. Как-то так. То есть, что такое, блин? Ладно, продолжаем, не важно. Ой! Ну извините! А, нет, пока не работает. Потом нас научат скрываться в толпе. Но у нас Эцио еще юный, вообще ничего не умеет, кроме как драться на кулаках. Опаньки, братишка. Продолжай работать, Бискеро. Хрен. Ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци в тюрьме. Опасность миновала. Ну и локализация. Здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо. Семья Аудитора переживает какой-то кризис. А члены семьи ведут себя, как ни в чем не бывало. Несмотря на это. Ну, конечно, отец, глава семьи, должен разбираться со всеми проблемами сам. Однако, если что, расплачиваться всей семьей. Это такой был маленький спойлер. Так, ладно. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? Это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я
Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Диалог немножко, по-моему, деревянный получился. Но это не страшно. Так, что? Найти Дучо, господи, ну и имя. Блин. Не повезло. Люди, выбирайте нормальные имена своим детям. Потому что им это на всю жизнь. Мне же с именем повезло, я считаю. Не жаловался, по крайней мере. Блин, как иногда фризит, меня просто-напросто глаз начинает кровоточить. К сожалению. Еще один наемник. Идите от меня нафиг. Вы мне еще вообще не сдались. О! Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, амор и мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О! Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Какой-то ущербный придурок. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой. На! Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Хе-хе, ништяк. Все в аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ха! Ты пожалеешь о том, что открыл рот? Я мог бы... Ей повезло, что у нее был я. Бастардо! Бастардо, каналья! Путо мадре, пендехо. Ну давай. Идиот. Баста, не арендо. Держись подальше от моей сестры. Чтоб я тебя не видел, понял? Ладно, с одним подонком разобрались. Ай, блин, опять вы. Да нафиг вы мне сдались. Блин, что-то слишком много вот негативных личностей, которые хотят покуситься на нашу морду. Что-то вроде... Ай, блин, да почему так все тормозит? Мне это не нравится. Пожалуй, надо будет что-то сделать с графикой. И желательно сделать так, чтобы качество было все-таки как можно лучше. Этим я займусь, кстати говоря, когда буду записывать четвертую часть этого прохождения. А пока что мы первый раз залезли на крышу. Ну как первый раз. Пытаемся добраться до пункта назначения через... Блин, понятно. Как все тормозит. Кошмар какой-то. Воу! Блин, так можно было и руки себе оторвать. Так, ладненько. Поговорим с матушкой. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Ком пьячере. Пойдем, это недалеко. Так, окей. Пройдемся. На геймпаде игра бы выглядела, конечно. Мне сказали, что ты подрался с Вьери. Плавнее, я полагаю. Блин, это. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него.
Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Да, пацы. Надо будет потом расследовать их семейство. Ух ты. По-моему, я сбился с пути, ладно. С графикой, чтобы все это не тормозило, по-любому нужно что-то делать. Мы пришли. Так, ага, ладно, неважно. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Леонардо да Винчи, офигеть. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Эмоциональная игра, конечно. Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись? Это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира – это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Да. Весь такой из себя прям молодец. Однако есть небольшая ложка дегтя в его бочке меда. Это, судя по всему, говорили, что Леонардо да Винчи был малость, как бы это политкорректнее сказать, гомосек. Спасибо за помощь, сынок. Вот, наверное, даже здесь написано. Леонардо да Винчи, внебрачный сын нотариуса и крестьянки, вырос в Тоскане, как и многие выходцы из низов, впоследствии ставшие знаменитыми, фамилии у него не было. Винчи – это название его родного города. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали в ученики флорентийскому художнику Верокке. Он обучил его химии, черчению, рисованию, ваянию и моделированию. В 20 лет Леонардо открыл свою мастерскую, затем отправился странствовать по Италии. В 1498 году он написал один из своих шедевров, картину «Тайная вечеря», а в 1503 по 1507 году, годах «Мона Лизу». Да. Во время странствия Леонардо изучал окружающий мир и записывал свои наблюдения в дневники. Все записи в дневниках Леонардо сделаны в зеркальном отображении. Вот такой вот он. Кроме всего прочего, он создал модели вертолета, танка, солнечной батареи и калькулятора. Он также был военным инженером и проектировал гарнизоны, передвижные баррикады и пушки. Несмотря на внушительный список достижений, покровители упрекали его за хроническую медлительность. Работа над картинами затягивалась на долгие годы, а многие полотна так и не были завершены. Кроме того, у Леонардо была бурная личная жизнь. В 1476 году его обвинили в содомии. Скорее всего, он был гомосексуалистом. Вот о чем я и говорил. Салай, его ассистента, обвиняли в воровстве и в том, что он тратит много денег на одежду. Вероятно, Салай был любовником Леонардо. Леонардо написал несколько портретов Салая, в том числе знаменитую картину «Святой Иоанн Креститель». Кроме того, да Винчи оставил Салая картину «Мона Лиза». Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Окей. Что ж, друг семьи.
На этом, я полагаю, серию закончу. Благодарю за просмотр, подписывайтесь. Всем счастья, всем смеха. И тортиков, конечно же.